Да, это. Ту и ту. Давайте. Купи жвачку. Мальчик, скажи, а как тебя зовут? Меня зовут Мухаммад. А почему ты один? Айша, а кто это к нам пришел? Пап, это Мухаммад. Он жвачки продает. Какое же прекрасное у тебя имя, сынок. А где твои родители? Мой отец погиб, когда мне было 3 года. Мы одни остались с мамой. Да ты сирота, сынок. Мальчик, выйди, дай людям отдохнуть. Сестра, погодите, не делайте этого. Оставьте его, он с нами. Сынок, а где твоя мама? Она дома, больна. Мухаммад, садись с нами, поешь. Да, садись, ты, наверное, голоден. Поешь с нами. رغم المصاعب والمتاعب والضلال رغم التعثر في متاهات الحياة رغم الصخور تعيق سيري لم أزل أمشي وقد وكلت أمري للإله قالوا بأني قد فشلت وأنني ممن هوى وتبعثرت ضعفا خطاه لكن تحديت الظروف وخضتها وحدي صبورا مستعينا بالصلاة Спасибо вам огромное. Мне уже пора, а то мама будет переживать. Мухаммад, мама обязательно выздоровеет по милости Аллаха. Вот увидишь. Еще раз спасибо вам, что накормили меня. Мы отвезем тебя домой. رغم المصاعب والمتاعب والضلال رغم التعثر في متاهات الحياة رغم الصخور تعيق سيري لم أزل أمشي وقد وكلت أمري للإله قالوا بأني قد فشلت وأنني ممن هوى وتبعثرت ضعفا خطاه لكن تحديت الظروف وخضتها وحدي صبورا مستعينا بالصلاة كم مرة عصف الأنين بداخلي كم مرة قد ذاق قلبي من أسى محن تمر وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا كم مرة قد ذقت من عظم البلاء بشر وشيطان يحاصرني أبا كم مرة قد أظلم الدرب ضحى وتحدر الدمع وضاقت بي رؤى أنا لست أقنط من إلهي طالما مدت بإحسان إلى روحي يدا أنا مؤمن
بقضاء ربي كله. كلا ولا أخشى فإني في حما. Погоди, Мухаммад. Доченька, подай мне сумку. Мухаммад, тут деньги. Это хватит вам на пропитание и на лечение. Если что-нибудь понадобится, вот моя визитка. Звони любое время, мы тебе поможем. Спасибо. Пока. Пап, мама была бы довольна тобой. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, мои дорогие братья и сестры. Никто из нас не застрахован ни от чего, и никто из нас не знает, что постигнет его завтра. Братья и сестры, будьте добрее, будьте щедрее и проявляйте заботу тем, кто действительно в этом нуждается. И самое главное, будьте богобоязненными и искренними в своих деяниях перед Всевышним Аллахом. И по милости Аллаха вы преуспеете.